2 из 22 Богдана, украинская колесная самоходная гаубица с пушкой калибра 155 мм. Богдана стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм. Разработана Краматорским заводом тяжелого станкостроения. Разработка шла с 2015 по 2018 год. Производитель ХТЗ. Вес 28 тонн, обслуживание 5 человек. Калибр 155 мм. Темп огня 4-6 выстрелов в минуту. Дальность огня максимальная. 35-40 км осколочно-фугасным. 45-60 км активно-реактивным снарядом. Двигатель 380-420 лошадиных сил. Операционная дальность 1200 км.